Мы держались до конца. А почему, когда мы просили помощи все вместе, те же самые капитаны, прапорщики, сержанты, когда просили помощи, нам никто не помог. А сейчас мы звезды. Мы приехали, мы вернулись. А сколько пацанов наших осталось там? И неизвестно, придет пацаны домой или нет. Нас неделю когда просили, нас неделю обстреливали. Никто не помог. Сутками. Почему тогда помощи? Сейчас обращайтесь, высказывайте пожелания, требования. Да они сейчас не надо. Убитые недели. Трупы не увозили, убитые лежат. Авиация сказала, что они не прилетят, потому что их обстреливают. Нам никто не помогал, ни авиация, ни авиация. А сейчас сидеть и просить, это разговор ни о чем. Мы на сегодняшний день, мы на сегодняшний день. Когда нас сюда дали, блядь, мы нас слово Павел слухали. Да засрало государство, армию, блядь, все просрало. Когда надо, нас не слышали. А сейчас вы хотите, чтобы мы сказали, что мы хотим. Да мы хотим, чтобы наших ребят забрали оттуда. Живыми и здоровыми. То же самое, у него маленький ребенок был. Жена, мама. Чего она должна мать хоронить ребенка в 26 лет? Объясните, за что? Когда реально мы просили помощи в ту минуту, в которой она была. Что помогла авиация? Кто нам помог? Да, прилетели, не спорю, то сбили самолет у нас на борту. И сказали, мы больше самолета не пустим. Тогда нам нужна была помощь. А сейчас что? Посидеть, поговорить, послушать, какие мы хорошие. Да поверьте, мы уже сами поняли, что мы хорошие люди. Мы сегодня не пришли говорить, что мы хорошие.